Игоря Ажиганова, номер 27. Марат Константинов, номер 22. Шайбу бросил. Ее нашел, потом пас не точно. И Попугаев пытается убежать от Костенко и всех остальных. Удаление, может быть, болит? Болит. Да. Вот, Никита сам перехватил и здорово рванул. Костенко вынужден был нарушить правила в этой ситуации. Thank you.
перепрыгнула синюю линию, ушла в середину. Точилкин объехал ворота, и Николаев забирает ловушку. Ну, второй такой похожий, да, момент у Кунлуня. Там вон в первом периоде пытался так вот завернуть за штангу. Здесь уже Точилкин. Точилкин, правда... И дальше звучит финальная сирена. СКА выигрывает Кунлунь со счетом 7-2. Благодарим вас за...